Скажу. Нет, это ты бежишь к стекляшке? Нет, я слышу звуки к зомби. Кто-то бежит, блядь, пацаны. Блядь, я ползу тебя прикрыть, но я пока доползу. Еще не загружу. Не один, скорее всего. К стекляшке. О, чувак. Какой чувак? Где чувак? Вот около стекляшки. Стрельба из пистолета. Эх, меня в ангаре мочканули. Ага, хорошо. Я его из пистолета не смог, он из автомата меня мочканул. Да. Второго убил внутри стекляшки. Сейчас. Что мне делать? Экзит, да? Нет, нет. Какой тебя ангаре убили? В первом, наверное, в ближайшем, да? Там... Хрен знает. В ближайшем к стекляшке? Ой, они что-то говорят. Суки. Так, Искандер, я тебя вижу, но... Нет, как ты меня видишь, блядь? Ну, в смысле, я не тебя вижу, я стекляшку держу в прицеле. Слоупок. Его зовут Слоупок. Чё, мне выходить, нет? You are dead. Нет, да? Ты пали его. Чё он делает? Так ничего не видно же. Escape нажимай, escape снова нажимай. Нажал, нажал. Вы чё, шутите на меня? Зомби обидится. Ничего не видно же. Нет, ты слышишь? Я ничего не слышу. А, ну что мне делать, блядь? Я мне нахуй здесь вообще не... Смотри, мою, здесь, блядь, деревья какие-то ебанутые, блядь, по-другому, не так, как там. Ну нет, там деревья не мешали. Все, меня мочканули, ничего не слышно, я выхожу тогда. Нет, ты эскейп надо. Ну нажал, нажал, тут темно вообще, ничего не видно. Я убил Слоупок. Его лутаешь? Да. Зад забери. Ну, you are dead, меня же уже не восстановишь. Нет. Спаун делаем. Я ближе подползаю, но я все равно, блядь, в хуёвом месте. Да, да, внутри ангара. То ли первого, то ли второго. Все, у меня места нет. Так, я на соточку поставил. Паузу. Я со стороны ангара более-менее вижу подходы к твоей этой стекляшке. Искандер. Блин, вот как стрельба, он между этими прибежал. Да, идет между круглыми. За ними, за ними. Он бежит на задней стенке. Полукруга ангара. То есть он бежит в твою сторону, понял? В мою сторону? Они стреляют. Они стреляют, ебать. Кто стреляет? А, вон он внизу, внизу, я вижу его. Где он? Блядь, сука, тормоза. Я попал по нему. Я unconscious. Блядь, меня в жопу кто-то стреляет.